Пап, ты уверен? А ты? Я не очень. Папа. Там мама ждет. Кладовище? Ну да. Ты же у нас святая. Поэтому папа от тебя сбежал. Говорила, не ходить по злачным местам. Мама, да что это за слово вообще такое, злачные места? Мне там нравится, туда все ходят. Да, и все приходят в таком виде. Успокойся, это очень крутое место. Здорово, красотка. Меня зовут Стас, и мне звонили из рая, сказали, что... Что мне попал самый красивый ангел, и ты хочешь спросить, не я ли это? Ну, типа да. Это, по крайней мере, лучше, чем закончить жизнь в этой дыре. Значит, ты говоришь, что моя жизнь кончена. А ты так не считаешь. Отец от тебя сбежал еще и в другую страну. И что осталось? Убиваться за этими тетрадками и давать частные уроки каким-то сопливым недоумкам? Прекрати! Что это? Как это? И я не понимаю, почему. Может, ты нам заграешь?